требования генеральной прокуратуры. Кандидатов просто не считаю. Пойдешь? Я схожу, наверное, все. Там адрес указан. Да, да. Да тут же написано, что надо по закону. То есть, если у тебя не являешься, то есть, как, должен государству, в котором живешь, должен туда явиться. Ты знаешь, что на Украине война идет? Ну, я смотрю, да, ты здесь, забирай с собой уж. Да, да, да. Вот я тебе кое-что приготовила. Ой, спасибо большое, Рахматулла. Угу, там это... Фрукты тоже есть. Надо же по закону, понимаешь, это нехорошо, потому ну, что... Ну, скажи. Ну, там деньги не дадут, конечно. Ну, хоть общение какое-то будет у тебя. Мы же члены государства, тоже члены сообщества. То есть, если надо, то должна быть какая-то... Ну, если тебя возьмут там... Ну, это, конечно, это, ну, понятно, понял. Это самое... Женя, ты давай уже ищи работу. Так вот я пытаюсь как-то... Любая пока работа, что теперь? Вот война идет, черт его знает, какие цены будут. Наши ведь воюют. Тебе самого себя содержать надо хоть как. Так это понятно. У тебя самый близкий человек, это мама. У ней тоже здоровья нет. Вот это наше, да? Вот это, да. Ну, старается, видишь, это он не видно. Старается. Ну, и он старается, они очень стараются. Ну вот, что ты теперь делаешь? Кто виноват какой? Ну, было, прошло, вот что теперь? Теперь надо жить как-то. Справляться надо. Ну так просто, понимаешь, если ты залез в долги, то у тебя есть, как, ну, то значит ты умеешь в долги залезать, а вылезать из долгов ты не умеешь, понимаешь? Ну, грубо говоря, понимаешь, в чем я, да? То есть поэтому вот это опасно. То есть сейчас им надо вылезать из долгов, и я не знаю, что они там делают. Но ведь стараются.
Ну нет, они стараются. Так надо еще машину, ну еще несколько машин тогда купить, в долг кредит кто-нибудь. И тогда. Ну ладно. Ну, тогда точно из долгов выйдем, ага. Еще ипотеку взять тройную, и квартиру шестерную взять. И тогда точно все нормально у нас, мы из долгов умеем уже убираться, да? Мне не казалось, что так чуть-чуть, так скажем. Да, поэтому как бы все понятно. Вместе со мной же я тоже вместе со мной же был участник, так сказать. Тогда многие в долги лазили, что теперь? Ну уж не так, знаешь, это... Такое время было. Да, не так уж, как, да. Ну, они рассчитали, думали, рассчитаются. На дурака валяла она просто. Это не осуждение, это просто вот, а как жить тогда? Ну, наверное, ну, не суть. Дурака валяла, семьей бы занималась там нормальным деньгом. Да? Семье нельзя заниматься, потому что надо либо дурака валять, либо семьей заниматься. Да? Да. Ну ладно, Женя. Еще надо будет потрясти балу. Да. Ладно, я тихонько пойду тогда. Ладно, ну, спасибо. Да. Спасибо, очень вкусно. Ой, тут много всего. Спасибо. Смотри, где. Ага. Крестите и ищи работу. Да. Вот, стараемся. Будешь работать. Да. Все нормально. Ну да. Сейчас смотрю уже. Смотрю, езжу сейчас туда. Смотрю, еще работа в чем-то будет. Просто не знаю, вот у нас какая-то работа. Да нет. Ты говоришь? О себе я думал. Это горит, по-моему, нет? Нет. Свечка, что ли, кажется? Да. А, может, совсем ее где-то? Да. Не лезешь, что ли? Да нет, не надо.
Объелся, как Винни-Пух. Не сыра у тебя? Да нет, нормально. Носки постановлены. Сейчас следует. Чем надо?